Hola, amigos! Привет, друзья! Как говорят здесь, Алексей, в Мексике. Продвиньте чуть-чуть. Ну, да. Нет, ну вот так вот подвиньте. Ну да, что же, вот, вот видишь, какая картинка нормальная получилась. Hola, amigos! Hola! Нас Hola. Видно вообще? А кто снимает-то? Какой-то невидимый оператор. Какой-то мексиканец, отлично. Меня зовут Женя. Евгенио по-мексикански. Меня зовут Дон Эндрю. Вот по-русски Андрей. Алекс пор мексикано и Алексей русский амиго. Это последнее видео из снятой целой серии мексиканских видео о наших приключениях в январе 2014 года. Снято оно последним, но увидите вы его первым, поскольку это анонс. Весь материал сейчас перейдет Дону Эндрю, и он будет его добросовестно монтировать. Если вам интересно, если даже не интересно, хотите узнать, как дела в Мексике в январе, что тут происходит, какие могут быть сложности, трудности и приключения, обязательно смотрите следующее видео. Что посмотреть, куда сходить, где можно отдохнуть и что вообще здесь хорошего, какие здесь пальмы, какие... Да, да. Сколько стоит мексиканский полицейский, как вести себя в ходе ДТП, есть ли здесь ядовитые растения и что после этого бывает, ну и так далее. Опять же, как торговаться с мексиканцами, отжимая у них по 500 песиков за раз. Об этом, обо всем мы вам расскажем где-то в конце февраля. И самое главное, как избавиться от местных опоссумов. Hola, amigos! Adiós! Adiós.